я вижу волонтера. Будет здорово. Привет, меня зовут Манижа. Я волонтер-куратор. Чем могу помочь? Готова ответить на 26 вопросов. Поехали. Но сначала заставка. Итак, чем ты только что занималась? Я была со своей делегацией на театральном направлении. Чем ты занимаешься чаще всего? Чаще всего я кушаю. Откуда ты? Я из Таджикистана. Наверное, там очень красиво. Привет, девочки, привет! Хорошо. Привет! Какую делегацию ты курируешь? Я курирую Самарскую область. Самару? Интересно с ребятами? Да. А что бы ты хотела им передать? Я вас очень сильно люблю. Так откуда ты? Я из Таджикистана. Самое любимое место в Таджикистане? Это мой город Худжанд. Самое красивое место в Таджикистане? Это закаты на фоне гор. Чем любишь заниматься? Проводить время с семьей. Где ты учишься? Я учусь в Северокавказском федеральном университете. От чего бы ты не смогла отказаться? От волонтерства. Если не волонтер, то кто? Наверное, танцор. В каком направлении мы смогли бы тебя увидеть? Танцы или же театральные. Сколько платят волонтеры? Волонтеры работают бесплатно. Как ты решила стать волонтером? Мне эта идея очень сильно понравилась, и я захотела помогать людям в организации мероприятий. Что тебя раздражает в участниках? Ничего, когда люди чавкают, вот. Чего ты боишься? Чего я боюсь? Наверное, все-таки высоты. Трудно быть волонтером? Нет, если получаешь обратку. Подождите, у меня сообщение от мамы. Ты поела? Да, я поела. Обед, кстати, тут очень вкусный. Три главных качества волонтера. Отзывчивость, коммуникабельность и доброта. На каком мастер-классе ты бы хотела побывать? На мастер-классе Егора Дружинина. Я люблю танцы. На каком концерте ты бы хотела побывать? L1. С кем бы ты сейчас хотела выпить кофе? Наверное, со своей мамой, потому что я ее очень долго не вижу. Что тебе сегодня понравилось? Мне нравится все. Спасибо за интервью. Пока.